Благотворительный международный проект «Первичная реанимация новорожденных» реализуется в Беларуси уже второй год. В сентябре 2013-го американские педиатры проводили занятия-тренинг для витебских врачей-неонатологов, акушеров и медицинских сестер. В настоящее время курс лекций и практических занятий проводится для берестейских специалистов. Мы впервые на Брестской земле привезли сюда программу – двухдневный курс теории и практических занятий по реанимации новорожденных. Мы надеемся, благодаря данному проекту воспитать новых тренеров, которые будут обучать в дальнейшем своих коллег. С белорусской стороны в проекте принимают участие более 100 медицинских работников, которые представляют роддомы, родильные отделения районных и городских больниц, а также преподаватели медицинских колледжей области. Несмотря на то, что в нашей стране уровень оказания помощи при родах и выхаживания маленьких пациентов достаточно высок, берестейские медики признаются, что такой опыт очень полезен и важен, так как наука не стоит на месте, а методы и способы оказания неотложной медицинской помощи постоянно совершенствуются. Довольна, что попала на этот курс. Курс достаточно информативный в плане осуществления практических навыков. Дело в том, что оказание реанимационной помощи новорожденным детям – это основа всей неонатологии и основа оказания всей помощи новорожденным детям. Какой старт получит ребенок в течение 1-5 минуты жизни, такой старт, возможно, дается ребенку на всю последующую жизнь. Как для моих студентов, так и для меня важна наработка практических навыков. И важно, конечно, чтобы это было для этого оборудование, потому что в живых условиях, в реальной клинике оказать какую-то помощь, да, мы со студентами можем увидеть не всегда. А муляж, оборудование может быть рядом, во-первых. Во-вторых, если мы делаем ошибки, мы делаем на муляже, а не на живом человеке. И на живом ребенке. Поэтому, конечно, такая помощь в качестве вот муляжей и тренингов, конечно, считаю, очень важна. Прошедшее занятие – своеобразная подготовка тренеров-специалистов. Все участники данного форума, вернувшись на свои рабочие места, смогут обучать коллег. В лечебные и образовательные учреждения области также будут отправлены и специальные муляжи, благодаря которым как уже практикующие молодые врачи, так и студенты медучреждений смогут отрабатывать навыки реанимации новорожденных.